Друзья, всем привет, с вами канал Будда Гришна. Сегодня пишут о том, что Иван Ургант, который на премьере фильма «Вызов» заявил, что он обязательно вернется на Первый канал. Из-за этого высказывания разразился снова скандал в сети. Вот что пишут СМИ. Ну, наверняка все знаете историю Урганта после начала операции, все его заявления, почему его нет на Первом канале. Судя по всему, пишут СМИ, перед Иваном Ургантом вновь зажгли зеленый свет, а значит, его появление на ТВ уже не за горами. И пока воодушевленные зрители строят планы насчет новых выпусков любимой передачи, в сети разгорается новый скандал. Его смысл сводится к следующему. Несмотря на готовность вновь сниматься в рейтинговом шоу, Ургант продолжает балансировать на двух стульях. Еще несколько дней назад он находился за границей, где охотно выступал не только в образе Гриши Урганта, это сценический псевдоним артиста, но без зазрения совести выходил на сцену с иноагентами, которые ошиваются там за границей. Стоит ли говорить, что многоликость Урганта пришлась по душе далеко не всем представителям интернет-аудитории, заподозривших шутника в желании нажиться на собственных поклонниках? Вот что пишут люди. Для него россияне – дойная корова. Соскучился по баснословным гонорарам, а они у него вроде были выше даже малаховских. Кажется, Ваня отстоял свое в углу, теперь на очереди операция по прощению. Вы знаете, друзья, люди попросту не понимают, как такое возможно, когда человек, который, собственно говоря, говорил такие вещи, там, выступал против, выступал на одной сцене с иностранными агентами за рубежом, вновь здесь, на премьере, вместе с генеральным директором Первого канала Эрнстом, другими, открыто заявляет, что да, я вернусь на главную кнопку страны. Люди просто не понимают, как это возможно в нынешнее время. И я думаю, вот эта особо резкая такая реакция людей, наверное, некоторые люди считают, что это сродни предательству, чтобы такие люди их протаскивали обратно. Но это мое мнение, друзья. Что думаете на сей счет? Интересно ваше? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочку в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.